Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ стартовал Кубок университета по мини-футболу. Выборы президента Соединенных Штатов Америки. Как они повлияют на российскую экономику, разберемся в нашем сюжете. В Казанском университете стартовал Кубок университета по мини-футболу. Поскольку матчи проходят без зрителей, наш телеканал наладил прямые трансляции состязаний. Подробности далее. 1 ноября в Казанском университете стартовал Кубок университета по мини-футболу. В этом году принимать участие будут 16 команд со всего вуза. Все они студенты различных факультетов. Традиционно соревнования проходят на площадке Уникса. Однако в этот раз все игры пройдут без зрителей в зале. Было принято администрацией университета, а также студентами, которые хотят все-таки играть, показать себя. Было принято решение о проведении этого кубка. Да, есть ограничительные меры. Игры проходят без зрителей, соблюдаются все санитарные нормы. По словам организаторов, студенты даже на самоизоляции находили время для тренировок. Однако основные нагрузки у них начались после начала учебного года. Ребята получили возможность тренироваться, работа не останавливалась, то есть как только студенты вышли в сентябре у нас, так и, собственно, начался тренировочный процесс. Несмотря на то, что зрителей на трибунах в этом году нет, любой желающий может посмотреть состязание. Специально для этого телеканал «Универ ТВ» транслирует матчи в прямом эфире и в аккаунтах социальных сетей. Раньше по спорту особо ни сюжетов, ни трансляций не было, но 3 года назад мы решили сделать такой формат, то что все матчи Кубка будут проходить не в 2 дня, как это раньше было, а на протяжении 2-3 месяцев, и все эти матчи будут под прямую трансляцию, чтобы все студенты, все игроки могли спокойно посмотреть этот матч. Расписание трансляции, а также более подробную информацию можно найти на сайте КФУ. Лев Диденко, Лита Басова, Универ Ньюс. Европа начинает закрываться на так называемые локдауны. Как она переживает этот период, что случится с экономикой и повлияет ли это на Россию, узнаем в следующем сюжете. Вторая волна коронавируса накрыла 500 000 000 человек в странах Европы. Страны ввели не только масочный режим и комендантский час, но и начинают вводить так называемые локдауны, то есть карантин. Многих жителей стран это не устраивает, и они вышли на протесты. Например, Испания. По поводу беспорядков, которые сейчас происходят, это не демонстрации против COVID-19, а больше протесты жестоких людей, которые не уважают власти и которые ищут конфронтацию с полицией. Есть много людей, которые действуют мирно, но агрессоров больше. Мирные просят дополнительной помощи малому бизнесу, потому что правительство помогает только большим компаниям. Наша экономика очень пострадала за карантин, который длится вот уже 3 месяца. Но несмотря на то, что летний туризм помог нам встать на ноги, экономика до сих пор находится в очень хрупком состоянии. Многие жители Европы переживает за падение экономики и наступление затяжного кризиса. В первую очередь страдает малый и средний бизнес, которые оказывают услуги населению, и, соответственно, карантин сказывается на их развитии. В целом это все сказывается на снижении темпов роста экономики и, соответственно, ВВП. Но кроме того, здесь нужно обязательно отметить, что это сказывается и на показателях бюджетов, поскольку у нас есть косвенные налоги, которые поступают в бюджеты, они есть в европейских государствах, и, соответственно, при снижении совокупного спроса и снижении продаж сумма косвенных налогов сократится. А что станет с Россией после европейских локдаунов? Просто карантинные меры в самой Европе прямого отношения на экономику России иметь не будут. Но если мы, например, скажем, что аналогичные меры будут введены у нас, то, конечно же, это можно ретранслировать и экономику России. Россия относится как раз к той группе государств, которая смогла достаточно эффективно приспособиться к условиям коронавируса. Сейчас вот ситуация, конечно, очень острая, но, опять же, система координации, система регулирования, которая действует в России, она, конечно, позволяет надеяться, что вот эта ситуация будет каким-то образом урегулирована лучше, чем в тех странах, где это все пущено на самотек. Валерия Кожевникова, Диана Желенкова, Универньюз. Что будет с российской экономикой? Как повлияет победа Байдена на выборах президента США на мировую финансовую систему? Расскажем в нашем следующем сюжете.
По итогам 8 месяцев 2020 года, январь-август, 37 тысяч российских компаний получили убыток в 10 триллионов рублей. Вину приписывают ограничительным мерам, которые ввело правительство. Сейчас объявлять национальный режим самоизоляции не собираются, потому что медицина уже готова к борьбе с вирусом. Но угрозу представляют выборы президента Соединенных Штатов Америки. Повлияет ли результат на российскую экономику? Как, скажем, победа Байдена может сказаться на рубле? Разберемся вместе. Если Трамп в первую очередь полагается на развитие внутреннего производства, то есть на то, чтобы сделать США крупнейшей промышленной державой мира, то Байден в первую очередь полагается на финансовое доминирование. И тот, и другой будет жестко пытаться подмять под себя весь мир. Поэтому России в данном случае, в общем-то, ожидать смягчения санкций не приходится. С начала года девальвация рубля составила почти 22%. Опрошенные эксперты РБК считают, что больше часть рисков уже заложена в стоимость российской валюты. Они ждут волатильности, то есть изменения после выборов, но считают, что до конца года рубль даже окрепнет. С российским рынком акций ситуация схожая. Есть риск, что жесткая риторика Байдена обернется новыми санкциями. Тогда под ударом окажутся в первую очередь нефтегазовые и банковские сектора, но не российский госдолг. Однако президентство Джо Байдена – отличная новость для целого ряда отраслей. Зеленая энергетика, электромобили, медицинская марихуана, инфраструктура и даже китайский бизнес. Среднегодовой курс доллара в 2000 году составил 28 рублей 16 копеек. В марте 2020 года курс доллара достиг 80 рублей. Курс американской валюты увеличился более чем в 2,5 раза за 20 лет. И это как раз непредсказуемая нестабильность. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универньюз. Полезные ископаемые и запасы планеты Земля не бесконечны. В том числе имеют свойство истощаться и почвенные ресурсы. Поэтому уже сейчас ученые начинают искать выход из сложившейся ситуации. На помощь могут прийти ресурсы Марса. Но пригодна ли почва этой планеты для роста земных растений? Подробнее в нашем сюжете. Наиболее актуальной проблемой в сфере природопользования и сельского хозяйства является эрозия, то есть истощение почвы. Почва, которая очень активно используется в сельском хозяйстве, постепенно выходит из оборота и становится непригодной для посева растений на длительный промежуток времени. Иногда процесс восстановления почвы может занимать десятки и даже сотни лет. Ученые активно борются с этой проблемой. Сейчас ведутся исследования марсианского грунта. Но возможно ли реально адаптировать почву Марса для земных растений? Мы можем сделать из искусственного субстрата что-то очень похожее на почву. При этом она будет плодородной, на ней будут расти растения. Но, тем не менее, это все равно немножко не настоящая почва. Настоящая почва, она сформирована эволюционно под действием там, факторов почвообразования, это климата, времени, рельефа, живых организмов, которые в конце концов сформировали вот этот вот питательный, получается, сам питательный для растений субстрат. Американские ученые проанализировали состав марсианского грунта и выяснили, что несмотря на сухость и твердость марсианской породы, в ней содержатся все необходимые вещества для нормального функционирования растений. Однако наличие питательных для растений веществ в марсианской земле еще не означает, что растения все-таки смогут ими питаться. Другие элементы могут даже в небольших количествах оказаться очень ядовитыми, да, допустим, какие-нибудь перхлораты не дадут растениям развиваться нормально. Возможно, на Марсе существуют необходимые элементы для питания растений, но в ближайшем будущем марсианская земля все еще остается недоступной для традиционного сельского хозяйства. Наиболее необходимыми элементами питания для растений это является азот, фосфор, калий, ряд макро- и микроэлементов, там, магний, кальций, там, медь, кобальт, целый ряд элементов. В безжизненных субстратах, ну, допустим, в тех же марсианских грунтах, возможно, что они есть. Диана Жленкова, Федосия Ершова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Не хочу показаться самодовольным, но я лучший ботаник на этой планете. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!